Волгоград определенно становится чище. Благодаря реформе сферы обращения с отходами в нашем регионе произошли колоссальные перемены. Около 30 тысяч новых евроконтейнеров появились во дворах многоэтажек и частном секторе города и области. На сегодняшний момент региональным операторам с начала действия выполнены работы по замене контейнерного парка. Если мы все знаем, что раньше был металлический контейнерный парк, мы полностью перешли сейчас на пластиковые контейнера, евростандарты, которые являются экологическими чистыми и безопасными в эксплуатации. Кроме того, они имеют закрывающуюся крышку, которая не позволяет разлет мусора, чтобы выходил из контейнера, и в целом чистота и порядок. Кроме того, на территориях некоторых жилых комплексов Волгограда, помимо открытых контейнерных площадок, появились площадки для мусорных баков закрытого типа. Это более практично и эстетично. И контейнер выкатывается для погрузки. С середины сентября региональный оператор начал информационную кампанию. На мусорные контейнеры стали крепить специальные наклейки, которые повысят экологическую культуру волгоградцев, улучшат платежную дисциплину и подготовят жителей к раздельному сбору мусора. Что такое представляет из себя наклейка? Ну, в первую очередь, она носит информационный характер, которым любой потребитель, когда осуществляет погрузку своего мешочка с мусором, мог бы ознакомиться с нашими номерами, телефоном, с электронным сайтом, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с нарушением графика или правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, мы напоминаем, какие отходы можно складировать в этот контейнер, какие запрещаются. Так, в мусорные контейнеры запрещается выкидывать строительные отходы, автошины, ртутные лампы, аккумуляторы, батарейки и отходы сельского хозяйства. Более подробную информацию о местах сбора таких отходов можно найти на сайте экологического комитета Волгоградской области. Это первый шаг к раздельному сбору мусора. Вскоре горожане познакомятся и с двухконтейнерной системой сбора отходов. У нас уже с этого года на территории городской области поэтапно будет вводиться раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В ближайшие 4 года данным раздельным сбором планируется охватить всю территорию городской области, все населенные пункты. Внедрение у нас раздельного сбора позволит, конечно же, существенно увеличить долю ТКО, которые у нас будут вовлечены в повторно-хозяйственный оборот, и, соответственно, снизить долю захоронимых отходов. Напомним, в рамках раздельного сбора мусора будут организованы контейнеры для сухих и смешанных твердых отходов. Уже в этом году такие баки появятся в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Они будут различаться по цвету и маркировке. Осталось лишь донести до волгоградцев, что раздельный сбор мусора необходим для экологии. Ксения Бедросьян, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».